Здравствуйте, дорогие мои подписчики, друзья, зрители. Сегодня мы продолжим играть в игру YouTuber Life. Она будет у нас захватывающей и интересной. Начинаем загрузку. Я тут уже прошел немножко подальше. Апгрейдил персонажа до нового уровня, до 16. Нам будет интереснее смотреть. Так, что тут нового? Мы наняли сотрудника. Вот он. Он нам помогает делать видео, работать. Короче, помогает нам зарабатывать денежки. Мы ему платим. Посмотрим. Мы ему платим $104 в месяц. И за квартиру мы платим $320. Итого мы платим $424. Ну, продолжим. У нас на счету $1372, 227 подписчиков тысяч и 4 301 388 просмотров. Давайте продолжим. Вот у нас видео $19, 20 уже просмотров, 20 тысяч и подписчиков 145. Давайте мы снимем новое видео. Убираем. Так, что у нас все свободно. Так, давайте мы включим выбрать игру. Посмотрим из свободных игр, что у нас есть. Давайте вот эту продадим. Продали. Вот эту тоже продадим. Продали. И эту продадим. Продали. Так, тут популярность не очень. Давайте новую игру купим. Так. Выбираем. Отправляемся за покупками. Посмотрим, что у нас интересного будет. Так, новые релизы. Так, сегодня у нас 26 сентября. Но ничего такого не вышло. Это же упало. С 1 августа. Так. А давайте популярное тогда посмотрим. Из популярного тоже ничего. Что-то у нас выбора нет пока. Так, а это лучшие оценки. Упал просмотр. Интерес. Августовские. Давайте вот это. Хотя я на нее уже снимал видео. Сейчас посмотрим, что будет. Пока поспим. Тут у нас пока вот так приехала. Давайте распаковку снимем. Я проапгрейдил компьютер. 41 мощь. Энергия. 7 видео, камера новая, 9 энергии забирает. И микрофон, двоечка и троечка. Автоматически ставим. Смотрим. Сейчас нам скоро уже платить за квартиру и за контракт нашему сотруднику. Зарплату. Пока денежки не будем тратить. Что на этой серии мы рассмотрим? Я думаю, мы переселимся в новую квартиру. А это у нас, давайте я вам покажу. Мы сейчас находимся в съемный лофт со стажером. А я хочу переселиться в компании Пентхаус в небоскребе. Для этого нам надо помощника нанять, купить новый компьютер и опубликовать 10 новых видео. Я уже это все сделал. Мы с вами сейчас апгрейдим второй компьютер и этот на максимум и переедем. Так, ускоримся. Так, посмотрим результат. 25, мало очень.
Давайте опубликуем. Так, этому сотруднику нашему. Сейчас я скажу сделать видео на эту игру. А, может, тут все сняли. У нас нет вариантов. Так, и что нам тут делать? Давайте. Не, давайте игру продадим. Тогда мы сейчас сделаем, посмотрим, что нового у нас с играми. Это ж провальное видео будет. Тут мы 74 доллара набрали. Так, что у нас тут хорошего из новинок? Да, ничего такого. Все старое. Сентябрь же заканчивается, а у нас только в августе вышли игры последние. Давайте приставку купим. Сейчас мы с вами приставку купим. Сейчас выложим видео. Пойдемте покушаем. Перейдем на другую консоль. Там видите два дизлайка. Провально. Давайте отправимся в магазин. Нам невыгодно, не очень удобно нам сейчас покупать что-то. Так, а вот это на консоли. Давайте посмотрим. PlayStation 3. 360. Там, давайте PlayStation возьмем. Принять. Попробуем на нее сейчас игры записывать. Сейчас придет. Поспим. Так, давайте откроем. Отлично. И давайте с вами купим на PlayStation игру. Посмотрим, что нового у нас тут будет. Может, что-нибудь будет из интересного, новенького. Вот, я же сказал, сразу другое дело. Берем и снимаем видео. Так, сейчас будет у нас приставочка, игра для приставки. Так, отлично. С распаковку снимаем. Так, снимаем автоматически. Отлично. Сейчас будет все интересненько. Ускорим. Та-да. Музычка играет. Вот. Поздравим, вы улучшили отношения с Хэнни. Награда уже в пути. Хорошо. Так. Смотрим. Оценочки. Ох ты. Вот это да. Давно надо было ее взять. Так, выпускаем. Теперь нашего сотрудника ставим снимать на нее. Превью. Превью. На втором компьютере. Он у нас на втором этаже находится. Сейчас я вам покажу. Сейчас он так сыграет. Мы пока с вами так что хотим на тусовку. Сейчас мне не до нее. У нас 508 долларов, и мы заплатили за все наши коммунальные и зарплату. 424 доллара. Отлично, у нас новый уровень. Посмотрим. Так, 1 балл звездочки. И апгрейд компьютера и 2 лампочки. И тут одежда.
и новая мебель. Так, давайте посмотрим, что мы можем. Давайте вот я начал апгрейдировать скидки на игры. Вы получаете скидку 15% на консоли и видеоигры. Делаем. Отлично. Так. Смотрим. Ну что, давайте поспим, пока он грузится. Тут что у нас по деньгам? Отлично. Снимаем видео. Дальше продолжаем денежки зарабатывать. И посмотрим, как у нас продажи пойдут. Просмотры. Геймплей снимаем. Автоматически. Смотрим. Вот пошли первые продажи и просмотры. Уже достаточно нормально зарабатываем. Нам, чтобы побить рекорд, вот $153 я на видео самый большой сейчас заработал. Надо 250 набрать долларов, чтобы сделать задание. Так, уже он хорошо продвигается. Так, смотрим. Сейчас я вам покажу второй этаж. А, превью. Ерунда, 16. Не, мы не будем опубликовывать это видео. Так, мы тогда снимаем геймплей. Еще один. На втором компьютере. После чего мы будем апгрейдировать этот компьютер, самый мощный у нас, который. Ускоряемся. Хорошо. Смотрим результат. Ну вот, 70, совсем другое дело. Давайте опубликуем. Надо покушать. Хот-дог. $604 у нас. Ну, денежек не очень много. Но мы только недавно заплатили за коммунальную зарплату нашему сотруднику. Посмотрим, как он трудится. Пока поспим. Ускоримся. Так, у нас сломался компьютер. Вызовем мастера. Так. Так, тут что у нас? 295. Вот мы уже побили рекорд. Отлично. Ну давайте, мы заслужили улучшение. У нас $594. Смотрим, что мы можем улучшить. Новый компьютер, процессор. Так, давайте, клавиатура, 5 энергии. Монитор, давайте со звуком что-нибудь. Веб-камера, давайте возьмем веб-камеру. Камеру взяли. И давайте наушники и... Давайте наушники новые возьмем. Что у нас еще есть тут? Микрофон еще есть. Надо подкопить денежек. Принять. Сейчас мы... Ух ты, $301. Вот это да. И 19 тысяч подписчиков. 286 просмотров.
Открываем наушнички. Так, заплатить. Все, побили рекорд. $500 нам надо заработать с видео. 302 пока у нас рекорд. Так, давайте снимаем. Так, тут что? Посмотри результат. Отлично. Опубликовать. Так. И давай. Карточки у нас новые появились. 1215 очков у нас баллов. Что мы можем на них взять? Угу. Это хорошая карточка. Отлично. Давайте с вами снимем еще игру. Эти продадим. Не продаются пока. Геймплей снимаем. На новом компьютере сейчас будет красота. Ох ты, видео 2К. Тут что у нас? Пока ничего нового. Снимаем. Сейчас посмотрим, чтобы на компьютере было видео. Ох ты. Как хорошо. Так, где наш сотрудник? Сейчас мы его озадачим, чтобы он нам снял видео новое. Так, давайте еще геймплей снимем. Не зря же мы эту игру купили. Так. А мы на этот компьютер. Его надо улучшить. Да-да, не сгорели. Тут что у нас? Отлично. Смотрим. Отлично. Опубликовать. Поспим. Сейчас с вами купим новые гаджеты для компьютера. Я думаю, веб-камеру надо взять. Так, давайте улучшим. $680 у нас. Так. Веб-камера. Как раз 680 HD. Наушники еще новые. И микрофон. Давайте веб-камеру. Отлично. Все деньги отдали. Ну, сейчас будет красота. Давайте поговорим. Давайте посмотрим, что она хочет. Ну, давайте примем. Так, сейчас игра придет. Давайте посмотрим, что за игра. Надеюсь, я не прочитаю. А, это веб-камера наша. Открыть.
Игра. Давайте посмотрим. А, она на консоль. Продадим тогда. Снимем тогда еще геймплей. Уже на новую. Веб-камеру. 25 энергии. Требует. Отлично. Это будет все летать. Так, покажешь результат. Отлично. Опубликовать. Тут по деньгам у нас что? Сейчас все будет летать. Ускоримся. Надо денежки заработать нам. Давайте мы нашего сотрудника еще раз озадачим. Снять видео. Это будет крайнее видео. Дайте геймплей еще раз. На втором компьютере. Автоматически. И ускоримся. Тут пошли денежки. Уже 186 долларов. А то к 9 часу 200. Тут 100. 200. Показать результат. Ну, результат так себе. Опубликовать. Ну что? Давайте переезжать. Я думаю, накопим денежек сейчас. Посмотрим, сколько надо. И на этом мы завершаем нашу сегодня игру. Так, надо накопить нам 950 долларов. Давайте подкопим. Тут у нас 256. Тут у нас 33. Сейчас наберем. Давайте поспим пока. Знаем, вы улучшили отношения Хэри. Так, хорошо. 151 доллар у нас. Поедим. Так, показывайте результат. Но результат плохой. Ну, опубликуем. Исправить. Еще раз купить еду. Десять штук хот-догов. Тут 89, 47. Но денежек не очень много у нас. Сейчас мы подсоберем. Мы же компьютер улучшили еще как. Поспим. Тут 115, 94. Так, давайте мы с вами продадим игру. Мы ее продаем. Не продается. Так, купить новую игру. Надо же денежки нам зарабатывать. 130, 117. Так, самые релизы на PlayStation 3. Что у нас есть? PC. А у нас PC только, да?
7 октября. А давайте футбол. Отлично. Пока не напись. Снимаем игру. А, она же еще у нас не пришла. Правильно? Снимаем распаковку. Автоматически. Нет, мы пока не пойдем никуда с известными ютуберами. Ускоримся. Нам надо деньги зарабатывать, потому что нам скоро платить за квартиру и зарплату. Так, смотрим результат. Отлично. Опубликовать. Так, снимаем еще раз. Снимаем уже превью. Дайте геймплей сразу, не будем превью снимать. А мы на другой компьютер пересядем. Тут что у нас? 50. $640 мы уже набрали денежек. Так, давайте мы снимаем еще геймплей нашим работникам. Так, выберем его. Снять видео. Геймплей. Такая рутинка чуть-чуть получилась. Пока. Так, тут мы на хороший компьютер автоматически. И смотрим. Мы не будем за эту квартиру, я думаю, платить, а сразу переедем. Сейчас наберем новый уровень у нас, кстати. Что у нас тут в уровне? Так, еще одна звездочка. Компьютер очень... Так, у нас две лампочки. Так, тут до 20 уровня можно в этой квартире добраться. У нас уже 18-й. Так. Смотрим. Ускоримся. Нам надо как можно больше денег сейчас заработать. 110. Ну, денег не очень много. Так. Так, тут что мы? Смотрим результат. Отличный результат. Опубликовать. Так, и что мы тут? Результат. Отличный. Опубликовать. Скорость поменьше. Что мы еще снимаем с вами? Геймплей. Снимаем мы его вот здесь. На лучшем компьютере. И тут мы. Так, он. Так, он выгружается. Тут мы тоже делаем сразу видео. Геймплей. Сейчас денег быстро наберем. На втором компьютере. Отлично. Пошли снимать. Скорость увеличим. Посмотрим, сколько нам там надо еще. 950, по-моему. Да, $950. И 16 мегабит в секунду будет тут сеть.
Три компьютера можно и максимальный уровень 30. Отлично. Сейчас мы почти уже набрали. Тут 266, 270. Так, у нас там сломался компьютер. Починить. Ремонт. Так, смотрим результат. Отличный результат. Опубликовать. Сразу мы снимаем еще. Геймплей. Еще снимаем геймплей. Скорость увеличиваем. Тут смотрим. Смотрим результат. Отличный. Опубликовать. Так. Тут что у нас? 160. А, все, мы набрали. Поздравляю вас, мои зрители. Подписчики. Сейчас мы попробуем переехать. Я еще не переезжал ни разу в такую квартиру. Вы уверены, что хотите переехать? Уверен. Подтверждаем. Мы переезжаем. Сейчас видео сниму. Результат. Отлично. Опубликовать. И все, мы переехали. Так, в этом доме у меня получилось достичь цели любого ютубера. Стать частью вещательной компании. Но и не просто компании, а самые лучшие. Разумеется, сюда просто так не попадешь. Надо иметь 1 миллион подписчиков. Ага. Быть частью компании означает возможность зарабатывать больше денег за просмотры, получать больше заказов и помощь с объединенными канале, с объявлениями. Так, можно было выбрать одну из вещественных компаний, у каждой из них свои требования к доступу. По моему мнению, единственный разумный вариант — нацелиться на лучшую. Хорошо. Давайте посмотрим так мельком. У нас тут и ванная. Ох, какие апартаменты. Ох ты, ох ты. Как классно. Хорошо, дорогие мои подписчики и зрители. Подписывайтесь на канал. Если вам было интересно, ставьте лайки. Смотрите другие видео мои по ссылке ниже. И ждите новых видео. Я буду стараться для вас, как всегда. Мы в следующем видео увидим новую комнату. Если вам будет интересно, заходите, смотрите. До новых встреч. Пока. Пока.